Метформин – один из наиболее часто используемых препаратов для лечения сахарного диабета второго типа и его осложнений. Недавно одно из исследований показало, что использование метформина связано с более низкой частотой ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Метформин оказывает как ангиогенное, так и противовоспалительное действие, а также может снижать неоваскуляризацию сетчатки у мышей и подавлять лейкоцитоз у мышей с диабетом, вызванных стриптозацином.